Дома на улице Котовского, 5, настоящий праздник для детишек и их родителей. В сине-белых воздушных шарах пестрит новенькая детская площадка. Яркие качели, карусели, горка. Столь долгожданная для этого микрорайона площадка установлена. А этот день стал для всех жильцов, от самых маленьких до самых старших, праздником. Ведь кроме всего веселит детишек и клоунесса. В преддверии выборов в местные органы власти лидер нашей партии Рената Усатый дал обещание жителям города. 6 мая прошлого года на концерте, который был организован в предвыборную кампанию, Ренат Георгиевич Усатый обещал детскую площадку для города Тараклия. И вот настал долгожданный момент. Площадку нам позвонили, сказали, что площадку привезут. Но как только поступило это обещание со сцены, в примарию города Тараклия стали поступать заявления от жителей. От жителей нового микрорайона они просили одну из детских площадок установить именно у них. Им очень сложно спускаться в центр. Было принято решение установить эту площадку на улице Котовского, 5, потому что здесь очень много детей, недалеко детский сад, который посещает 237 детей. В этих домах очень много деток. Мы надеемся, что они будут ее беречь, ценить, этот подарок, потому что ну, как бы не каждому, да, во двор можно установить такую детскую площадку. Жители дома, узнав, что решение об установке детской площадки было принято в их пользу, принялись за работу. Некогда на этом месте, где сейчас резвятся детишки, была одна поросль и мусор. Собравшись все вместе, они очистили территорию и стали с нетерпением ждать обещанную площадку. Мы до сих пор отдыхали, как бы катались вокруг этой области, так как негде было отдыхать. Большое спасибо, что поставили такую красивую обстановку, так как вот с ребенком катаемся на качелях, ему очень нравится и очень красиво, большое спасибо, так очень, даже нет слов. А как зовут маленького? Ренат. Мы здесь живем недолго, пару месяцев буквально, но до сих пор даже эти 2 месяца нам некуда было выходить гулять. И сейчас, когда появилась площадка, нам это очень нравится, и детям особенно, я думаю. А если рады дети, то счастливы и мамы, потому что есть где время провести, пообщаться с детям, поиграть. Поэтому это во всех отношениях хорошо. Для детей, для взрослых. Так что теперь и Мила вот наша будет знакомиться, и друзья у нее появятся, я думаю, здесь. Но самыми счастливыми выглядели те, ради кого, собственно, и установили детскую площадку. От мала до велика они просто оккупировали ее. У горки выстраивалась очередь, хоть ребята шустро скользили по ней, на каруселях было не протолкнуться. У качелей каждый терпеливо ждал своей очереди. Теперь у детишек будет свое место для отдыха. Мне очень нравится эта площадка, потому что здесь много детей, всем нравится и все довольны. Больше всего мне нравится на этой площадке карусель. Там всегда она всегда полная, и там много детей и даже взрослых. И я буду здесь играть со своими друзьями. Больше всего в этой площадке мне нравится теннис. Я играю с моими друзьями. Отдыхаю я своей семьей и друзьями. Скажи, что ты почувствовал, когда узнал, что здесь у вас во дворе будет площадка? Я почувствовал радость, веселье, удивление. Мне здесь все нравится. Я хочу провести своими друзьями, подружками с Евой и с Кариной. Мне нравится после всех, которые на кока, после всех нравится, и я играю моим пальчиком по сок. Кроме площадки, праздника с клоунессой, организаторы подарили каждому ребенку сладости, конфеты и сок. Этот день наверняка запомнится многим жильцам дома. Если они сумеют сберечь подарок, эта площадка станет местом, где будут завязываться новые знакомства и дружба с самых ранних лет.